8 мая мы приехали на места боевой славы с внучкой. И сразу же, не выходя из машины, буквально мы пожалели, что сегодня ее нет с нами. Потому что вот оно, наступило время, когда просто сморчки на каждом шагу. Давайте собирать. Вот они. Вот они. Раз, два, три, четыре. Мы пока не спускаемся вниз, это пока обочинка. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Вот первые 20, ну, это просто 2 квадратных метра. Вот они уже такие очень большие. Были совсем крохами, но они еще нормальные здесь. Когда мы приезжали 6 дней назад, и вот как они быстро выросли вот таких вот размеров. Ну, будем сушить, а может фаршируем чем-нибудь. Вот он, видите, полы, сморчок. Вот, маленькие. Вот почему я говорю, сейчас самое время искать места, где растет шапочка. Видите, какая стала нога, на какой ноге она выпрыгнула. И притом найти ее можно сейчас совершенно в неожиданных местах. Здесь вроде бы не совсем низина, там какое-то поле. Вообще она чуть-чуть в другом месте росла, а теперь вдруг она подошла ближе к краю. Вот уже такая. И она здесь не одна. Вот. Ну что, спишь? Вот. Такая большая сдвоенная шапище. Такой вообще мощный экземпляр. Удивительно, здесь и особой доплаты нет. Но вот ей здесь понравилось расти в этом году. Конечно, на эти места в следующем году мы тоже обязательно заглянем. Потому что шапка, как мы уже говорили, она любит появляться на тех же самых местах. Чуть-чуть даже вот в этом году она решила и сместиться, погулять. Вот о чем я уже говорила раньше. В это время очень выгодно производить разведку, то есть выискивать места на следующий год. Наше место неподалеку, здесь метрах, наверное, в 70, и в эту сторону мы никогда не залазили. А здесь решил Валерий, как всегда, челленджер такой, исследователь, решил залезть глубже. Вот такой Валера челленджер. Я пошла в одну сторону, у меня пусто. А он нашел то, что искал. И они уже большие, они видны издалека. Понятно, что в следующем году мы будем сразу искать и здесь. Что-то даже уже там дальше глянули, они уже и почерневшие. Но учитывая то, что мы сегодня собирались так по минимуму сморчковую шапочку собирать, потому что основные свои места мы уже, конечно, подобрали, хотя корзинку мы там тоже наскубли. Ну вот теперь здесь начало. В общем, опять никак мы не доедем до сморчков. Красиво, очень красиво. Такие пикни, такие лах. Сходили в разведку, называется. Я только сегодня надеялась, что мне будет меньше работы. И смотри, какие экземпляры. И, в общем-то, давай покажем. Вот край леса. Вот такая заболоченная низинка. Ну, вода ушла. И мы собирали, в принципе, вот с этого места. Мы недалеко от дороги как-то были, засекли его. Но Валерий все не терпелось. Куда же пошла грибница дальше? И он решил пойти, вот обойти по краю, вот туда, туда. Весь этот лесок такой. Ну и вот такой итог. Такой разведочный итог. Зато в следующем году мы точно будем знать, что здесь нужно обходить все. И более того, еще нужно дальше по кругу пройти. Наконец-то мы переехали в более сморчковые места. И вдоль такой тоже лесной дорожки можно их запросто замечать из машины. Прошли дожди, канавах еще и много воды, и добавилось воды. Очень хочется надеяться, что воды хватит и каких-то засух летом не будет. Ну, вот это такие. Около дорожки. Будем дальше искать. Ну, вот пошли малыши. Такой заездик вообще в глубину леса. Два. 3. Четыре. Кто-то наступил. Может быть, мы только что двух косулек встретили. Они здесь гуляли. Пять. И оставляем, потому что в прошлый раз оставили, и мы их не нашли. Кто-то забрал, уже выросшие. 6, 7, 8, 9. Десять. 11, 11. Большой. Да, такой поброс. 11. Возвращаемся сюда. Нет, давай вот так сюда. 12. 13. 14. 15. 15. А вот почему строчок гигантский. Это мы тоже обнаружили, когда ехали по лесной дорожке. Мы увидели один действительно такой гигантский. На сегодняшний день это у нас рекордсмен. О, видите, какой здоровяк. Но, как всегда, один гигантский — это не один. Нужно искать семью. И семья есть. Вот, посмотрите, какие они. Ох, какие они гиганты. Ой, резануло немножко не так. Гиганты, гигантские. Еще попробую его здесь вырежи. Так. Красиво. Так. Ох, какие гигантищи вы сросли. Нравится им здесь расти? Да. Так, это 4. Вот такой гриб, это сразу сковородка. 5. Тут огромный. 6. Вот такая добыча. Строчок гигантский. Их всего здесь 6 штук. Но поверьте мне, что вот, ну, здесь, ну, килограмма 2 все вместе. Это как минимум. Они зависят и... Вот, это на сковородку. Вот он, гигант. Вот он, красавчик какой, здоровый. Собрали малышей, соберем и большунов. 1, 2. 3, 4, 5. Подожди, я кормилку их переложу. 5, 6, 7. Так, 7, 8, 9, 10, 11. Так, этот посмотрим, это тоже все. 12. 2. 15. 16. О. О. Так, вот этот мы сейчас тоже посмотрим, наверное, тоже старенький. Ну, значит, будет 15. Ну, честно говоря, вот не успели мы в лесу сделать эту фотку. Спешили по одному делу. Наш итог. Может быть, кто-то скажет, что гораздо скромнее, но мы открыли несколько еще новых мест морчковой шапочки на следующий год. У нас пошли сморчки. Их здесь много, мы пытались считать. Где-то около 300 мы уже сбились. Но почему их много? Потому что очень много таких небольших. Но это то, что мне нужно, потому что я в основном их засушила на зиму. И вот эти гигантские строчки, даже интересно будет их взвесить. Сколько же все это вместе получится. Так что мы довольны нашим итогом, нашей поездкой. Грядущая ночь обещает быть последней холодной ночью, а дальше рисует тепло. Очень хочется, чтобы прогноз сбылся, потому что хочется действительно настоящего тепла, весны. Ну и хочется еще сморчки идут рост, набрать, конечно, сморчков. Но там же не за горами лето, не за горами грибы летние. Пока! Ой, как холодно!